установка автоматической защитной шторки на штатную камеру заднего вида Citroen C4 Picasso второго поколения, рестайлинг 2016 года выпуска. В комплекте предоставляется металлический шаблон. Прикладываем его к штатной камере заднего вида и высверливаем технологическое отверстие под углом примерно 85-90 градусов сверлом диаметром 4 мм под проводку. Для удобства монтажа снимаем колпачок штатной камеры заднего вида. Заводим провода защитного устройства в высверленное отверстие. Плотно прижимаем защитное устройство к камере заднего вида, проверяем позиционирование и плотность прилегания автоматической защитной шторки к штатной камере. Высверливаем отверстие и фиксируем защитную шторку на маленьких затемненных саморезах из нержавеющей стали. Теперь подробнее расскажем, как подключить электропроводку для данной модели автомобиля. Основной плюс – берем с блока управления багажной двери белый провод, подключаем через предохранитель. Задний ход – берем с фишки левого заднего фонаря. Поскольку все провода в данной фишке одинакового цвета, мы будем ориентироваться по проводам напротив. Итак, задний ход – первый сверху, напротив желтого провода. Соединяем с синим проводом блока управления. Массу берем тут же, третий провод сверху, напротив красного. Соединяем с черным проводом блока управления. Зеленый и белый провод от блока управления подключаем к проводам защитного устройства соответствующего цвета. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.